Бюджетный монитор с тонкими рамками для дома и офиса. В этом видео поговорим о мониторе Philips с индексом 243V7QJ-ABF и диагональю 23,8 дюйма. Комплект поставки помимо самого монитора включает VGA-кабель, кабель питания, аудиокабель и документацию. Внешне перед нами максимально простой монитор, главной особенностью которого можно назвать лишь тонкие рамки. Справа на передней панели расположены обозначения кнопок настройки монитора, но сами кнопки находятся внизу под экраном. Порты HDMI, VGA D-SAB, DisplayPort и мини-джек находятся с тыльной стороны. Подставка регулируется только по наклону, но есть вес и крепление 100 на 100 мм, что позволяет установить монитор на кронштейн или повесить на стену под любым нужным вам углом. Также у монитора есть встроенные динамики мощностью по 2 Вт каждый. Матрица экрана с разрешением Full HD выполнена по технологии IPS и может похвастаться хорошими углами обзора и качественной передачей цвета. Однако каких-либо игровых функций, поддержки различных цветовых пространств здесь нет, поэтому рассматривать его можно только в качестве замены более старому монитору. Устройство подходит для работы с документами и таблицами, а также веб-серфинга. Для гейминга монитор тоже вполне подойдет. Время отклика составляет всего 4 миллисекунды, да и порты DisplayPort с HDMI в наличии, но частота обновления экрана только 75 Гц, поэтому для киберспортивных игр лучше подыскать что-то более игровое. Что в итоге? Перед нами простой недорогой монитор для дома или офиса, который легко справится с любыми базовыми задачами, но требовать от него чего-то большего не стоит.